Скажите первое, что приходит в голову, когда вы слышите слово «насилие». Смерть. Когда ты ребенок, ты себя чувствуешь заложником. Вот я был маленький, у меня поднятая рука вызывало. Разумеется, если ребенок видит, что мама с папой могут друг друга бить или бить его, он вырастает с неким допуском. На бытовом уровне, в ячейке, в семье, кулак – это филиал того кулака, который сверху. Есть это и в государственной традиции, и в семейной традиции, все это есть. И плюс еще наша чудесная вот это вот «бьет, значит, любит». Им кажется, что это какое-то сакральное семейное дело, которое не стоит выносить на публику. Почему они терпят, что, в общем-то, зря. Если мы перестанем скрывать то насилие, которое все равно существует, и все скажем вслух о том, что это постыдно, это будет следующий шаг к исцелению. Чем больше мы об этом говорим, тем больше людей об этом знают, тем больше внимания привлекается к этой проблеме, и тем больше шансов, что ее рано или поздно не станет. Если есть любовь, то насилия быть не может.